будешь и дальше темнить, сделаю больно. У меня и справка есть, учти. Я не темню, клянусь. И почему у вас нет нормального сейфа, который можно подломить? Коды. Да-да, хорошо, я дам вам коды, только не убивайте. Эй, босс, тут полиции как грязи, нам не выбраться. Не дергайся, у меня есть план. Мы знаем, что ты там, Фелиция. Вылезай вместе со своими быками, тихо, мирно. Слава опережает меня. Папа бы мной гордился. Ты пойдешь со мной. Восхитительный появился слог Хит. Эй, ты, надень форму этого парня и иди охранять холл. Тоже мне преступный гений. Сдаваться не пора? Люблю развлекаться. Твой должник навеки. Мне нужно найти директора. Поможешь попасть в подвал? Не знаю. Можно попробовать через вентиляцию в офисе, но нужно разрешение с компьютера на пульте. Введи с консоли 0601, и дверь откроется. Мерси. Должно получиться. Не шевелиться! Пойдешь со мной! Как это я вдруг пойду за тобой не шевелять? Что за... Давай! Двигай! Станция 1 чисто! Станция 2 чисто! Станция 3 чисто! На землю! Быстро! Руки держать на виду! Все чисто! Ясно! Продолжайте! Хочу, чтобы подумали, что я с бандитами. Никто Харди не заметил? Как можно не заметить такие формы? Давай, попробуй, дернись! Эй, успокойся! Мы сдаемся, окей? Okay?
оставили? Конечно, на Фелицию. Она все видит. Если паук не невидимка, у него ноль шансов. Ой. Эй! Че там? Он в вентиляции! Стреляй! Лучше беги отсюда! Лучше перестань! Что, мало? Я тебя не боюсь! Иди домой, малыш! Детям здесь не место! Рада, что ты сюда добрался, паук. По делу или так подошел? Это все варианты. За дела вообще-то деньги платят, а я за так шкурой рискую. Ребята, было весело, но мне пора домой. Отпустите меня! Конечно, любовь моя. Зачем ты нам, когда у нас есть твои деньги? Господи боже! Что происходит? А, моя нога! Ножка Бобо, да? Ха! Смыться на метро! Мне и в голову не пришло. Тебе конец!
город. Берегись! Мертвы! И где ты ее взял? Такую суперсилу. Ха, ты про силу не думай. Думай про то, что она у меня есть. И значит, я обязан давить преступников, таких как ты. О, ты небось всем девушкам это говоришь? Только если хочу их увидеть за решеткой. То паук, то ящер. Может, возьмете меня в свой зоопарк? Расскажи, что надо делать? Нет. Сама узнаю, не волнуйся. Пока, паук. Не спеши, Фелиция. Когда выйдешь из тюрьмы, тогда и поменяешь профессию. Только костюмчик не выбрасывай. Не надо меня нести, у меня ноги есть. Две! Через пару минут воспользуешься ими, будешь грузиться в баранок. А потом что в программе? Опять Белуа? Наверное. Хотя знаешь, мне там не место. Ну да, ну да. Все так говорят, правда? Я преступница, паук. Но я не сумасшедшая. Просто у меня есть враги. Очень сильные враги. Да? Как Норман Осборн? Вроде того. Ты никогда не задумывался, каково это быть женщиной среди самых опасных уродов, какие только есть на свете. И при этом с такой внешностью, как у меня. Думаешь, такое можно сделать с человеком без чьей-то очень мохнатой лапы? Честно говоря, никогда об этом не задумывался. Должен признать, мне стало тебя почти жалко. Я не хотела. Честно говоря, я надеялась, ты мне скажешь, на каком этаже в Аскорб Тауэрс лежит это зелье, которое превращает тебя в паука. Что? Я и не заикался про Аск... Как ты... Слова про Осборна тебя выдали. Я сообразительная. Ты уникум, Фелиция. Ты об этом знаешь? Да, знаю. Моя остановка. Вот ваша девушка. Полегче с наручниками. Только попробуйте ей ноготок сломать. А ты, Фелиция, не думай, что я стану тебя снова вытаскивать. Ох, паук, на этот счет я бы волноваться не стала. Ни в коем случае.